Там интересный храм. Пойдемте. Очень интересно сделан из песчаника, наверное. Вот эти ограждения, как в католических храмах. И они еще когда патинированные становятся. Интересно выглядит. Какая интересная мозаика на полу, да? Это два павлина, да? Смотрите, вон там какой-то рыба и корабль, море, да? Какой-то корабль. Впервые вижу. Ну, встал, что ты встал-то? Как нельзя? Интересно, да, прям такая вышивка, да? Интересно, колонны, да, такие голубого, как будто мрамор. Это, наверное, искусственные мраморы. Это резьба интересная, да, по камню. Я даже не ожидал. Это хорошее сочетание с кирпичом. Интересные стулья, да, кресла резные. Я впервые вижу такие. Смотри, какая резьба, да? И вот. Да. Да. Не заходит. Ты что? Что? Куда? Только там же закрыто. Открыто. А, открыто? Никто не смотрит, почему не будем смеяться. Трещина. О, интересно. Да, да. И поем, и хор поем. Да, да. Как интересно. Я никогда не был, где хор. Дерево какое, какой-то олень.
Интересно, такие окна, стеклопакеты. Колокольня, да? Надо же, именно в этом месте построено. Вот интересно. Колокольня еще нету, видимо, он подвешивать и прямо туда, видимо, не забраться будет, просто снизу звонить вот так. Видишь, там вверху будет. Колокол будет.